Сегодня первый раз за всю зиму пошел снег. Это Родион. Это мой друг. Идем дальше. С настоящими автографами. Я очень люблю гирлянды, поэтому их у меня тут очень много. Всем привет! И вы снова на нашем канале Сестрички Лайф. Я Маргарита, и сегодня, как я и обещала, сделаю мой рум-тур. Ну что, давайте начинать. Начнем мы, давайте, с этой стороны. Так, здесь у меня окно, то есть дверь. На улице наконец-то идет снег. Здесь я могу выйти в сад. Вот. Сейчас тут очень мокро, поэтому выходить я не буду. На окне у меня висит гирлянда. Я ее включаю ночью, когда ложусь спать. Дальше переходим на эту сторону. Тут у меня два плаката. Это я сделала. Здесь я должна была нарисовать нашу семью. Этот плакат мне сделали мои одноклассники из старой школы. Они мне здесь писали разные пожелания. И даже учительница тут мне писала пожелания. Поэтому я и повесила этот плакат на память. Это моя полочка. Тут у меня косметичка и всякие там карандаши, наушники, тут даже кукла там еще нет. Тут у меня повязки и масочки для сна, маски, мой дневник и косметик. Дальше у меня тут тоже личные вещи. Здесь у меня коллекция пенок, гель для душа. Тут у меня шкатулочки и копилка. Что-то я там уже насобирала. Идем дальше. Это моя кровать. Тут у меня еще гирлянда висит. Это я сама рисовала. Тут у меня еще картинки разные. Это я тоже. Это как называется? Это я делала коллаж. Здесь висят фотографии моих друзей. Вот. Это мои сумки. Вот еще какая-то там еще фотография. Это я сама делала в школе. Тут наше семейное фото. Без папы. А потому что папа нас фотографировал. Тут я с Ксюшкой. И все. В принципе. Тут у меня еще один единорожек. На кровати у меня очень-очень много подушек. Потому что я люблю подушки. Здесь сколько их. И потом у меня еще и вот тут две подушки, на которых я сплю. Также я очень сильно люблю мягкие игрушки. Вот. Это вообще-то Бонины и мои. Она с ними тоже играет. Мишка тоже, на котором Бонни спит. И мой любимый единорожка. Он всегда со мной. А здесь я собираюсь повесить какие-нибудь фотографии или картины. Снег идет, посмотрите, наконец-то. Сегодня первый раз за всю зиму пошел снег. Ну что, а теперь мой рабочий стол. Очень много разных полочек. Внизу у меня в основном книги и блокноты, альбомы для рисования, всякие штучки, чтобы делать подделки. Здесь у меня школьная канцелярия. У меня это, по-моему, стирательные резинки. А, тут стирательные резинки. Угадала. Здесь у меня тоже еще книжки. Здесь у меня маркеры, наклейки. Здесь мелки. Еще стирательные резинки. Здесь еще книги. Это новые книги, которые привезла мама. Я сейчас ее читаю, и она очень интересная. Книжки. Здесь я делаю уроки. Тут светильничек и настольная лампа. Это мой старый класс. Это моя лучшая подружка. И, кстати, вот это вот она сама сделала для меня. Прибила гвоздики и обмотала ниткой мое имя. Марго. Это Родион. Это мой друг. Он живет в Кыргызстане. Мой друг с самого детства. Почти как брат. Это мое школьное расписание.
Завтра у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 уроков. 5. Нет. А нет, у нас нету вот этого, по-моему. 1, 2, 3, 4, 5. 5 уроков. Это Ксюша рисовала. Дальше у меня тут еще один светильник. Потом еще вот такая вот валентинка, по-моему. Это такая открыточка, которую мне подарила Вероника. Шоколадкой. Которую я уже съела с изюмом. Тут у меня стаканчик с карандашами. Тут у меня ножницы. Потом... Что ж еще у меня тут есть? Пульт. И все, в принципе. И все. Здесь в углу стоит мой шкаф. Вот он. Какой полный. Тут тоже у меня висят вещи. Это наша лампа, с которой мы снимаем видео в лайк или в ТикТок. Или на Ютуб. Здесь Бонни пьет водичку и делает свои делишки. Там у меня наверху куча настольных игр, которые мы, кстати, давно уже не играли. Нужно поиграть обязательно. Здесь у меня висят плакаты с настоящими автографами. Они сами мне подписали. Это Ульяна, это группа Фарфор, а это Диссидент. Так, этот пультик для чего он? Знаете для чего? Вот, для того, мне светится шкаф, и ночью очень классно и красиво. Цветы, о, цвета. Я очень люблю гирлянды, поэтому их у меня тут очень много. И хочу еще вот такую гирлянду на потолок, или вот сюда, вот так вот. Чтобы светилась вся комната, потому что тут у нас нету лампочек. Вот эту вот сумочку я, кстати, шила сама. Это у нас были труды в школе. С ней можно ходить в магазин. Вот тут у меня разные такие отделения. Например, жвачку сюда можно положить, чтобы ее там не потерять. Тут еще для ключиков, чтобы ключи не потерялись. И ручки. Ручки коротенькие. И блин, тут повесить на плечо. Или вот так. Я с ней уже раз ходила за покупку. Очень даже удобно. Очень много помещается. Ну вот и все. Сейчас посмотрим, как светится моя комната ночью. Сейчас мы закроем шторы. Жалюзи опускаются. Я сейчас включу все мои гирлянды. Мой пультик. Вот. Вот так вот выглядит моя комната ночью. Вот здесь и светится стена, светится окно и светится шкаф. И мне еще мало. И потом я еще вот это включаю. Мама говорит, выключай все фонари, все. Она мне все выключает, и потом я сплю. А потом я включаю и читаю. Почему-то мне нравится читать именно ночью. Ну что, ребят, вот я вам и показала мою комнату. Надеюсь, она вам понравилась. Если это так, то ставьте лайк. И обязательно подписывайтесь на наш канал. Если вы хотите увидеть в следующем видео комнату Ксюши, то тогда ставьте обязательно лайк. И она обязательно вам покажет свою комнату. Ну а на сегодня все. Всем пока!